Губернатор Ненецкого округа Александр Цибульский провел рабочую встречу с главой Канинского сельсовета Галиной Варницыной. Речь шла о перспективах развития муниципального образования его административного центра села Несь. В первую очередь глава муниципального образования отметила Несь – одно из самых крупных сел в составе Ненецкого округа. Согласно демографическим данным, можно говорить об устойчивом сохранении численности населения. Так, в 2019 году в селе родилось 26 детей. Далее Галина Варницына перешла к вопросам транспортной инфраструктуры муниципалитета. Через Несь проходит Зенит, который связывает все западные населенные пункты с Незенью. Все-таки тяготеете к Низине, да? Конечно. Продукты оттуда, наверное, взяли. Вообще основная доставка грузов идет оттуда. А в отпуск люди тоже через Низине? Да. Она отметила, что для жителей населенного пункта крайне важно организованное в последние два года регулярное авиасообщение с Архангельской областью. В Мизень практически половину календарного года с июня по октябрь выполняет пассажирские рейсы на Ренмарский авиаотряд. Это позволяет жителям по приемлемой стоимости и при недлительном перелете добираться в Архангельск. Ну, здесь вопрос координации территории. Понятно, что две администрации всегда сложно договориться в этом смысле. Но все равно с точки зрения удобства людей это очень важно. Таким образом, в разговоре с губернатором глава муниципального образования обсудила вопросы развития внутрипоселковой дорожной сети, представила концепцию перспективного развития муниципального образования Канинский сельсовет во всех сферах его жизнедеятельности. «Все предложения будут направлены в профильные ведомства для их детальной переработки», сказал Александр Цибульский. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север».